Вот в такой коробочке оно пришло. И давайте ее распакуем. Так. Все лежит вот в таком пластике. Сама станция. Очень важно, что в комплекте есть вот такое вот зарядное устройство, адаптер. Это зарядная мощная 18 ватт, и у него стандарт QC3. Так, что у нас еще есть? Также у нас есть еще здесь вот такой вот проводок Type-C на стандартный USB. Вот, он достаточно длинный, 1,20 м. Я уже все это померил, все проверил, просто сейчас делаю как бы второй раз распаковку. Так, значит, есть у нас тут инструкция. Ну, в принципе, как его запустить, любой школьник поймет, тут ничего сложного нету. И гарантийная карточка. Продавец сообщает о том, что он дает 12-месячную гарантию. Он может заменить, может вернуть деньги. В общем, гарантирует 100% удовлетворение пользования продуктом. Так, ну и, собственно, давайте продукт этот затестим вместе с вами. Так, значит, что у нас здесь есть? На часах, на зарядном устройстве встроенном, такой вот был предохранитель. Так, и что еще хорошо, что часы будут ложиться не на пластик, а вот на такую вот подкладочку. Написано для 38 миллиметров. Ну, я думаю, что мои 42 миллиметра здесь тоже будут заряжаться. Как показал тест, они заряжаются. Телефончик будем ложить сюда. И вот сюда можно поставить свои AirPods, что тоже, в общем-то, очень удобно. Так, значит, берем наш хвостик Type-C, вставляем сюда. Пластик достаточно качественный такой, приятный на ощупь, гладенький, и не создается ощущение дешевого пластика. В общем, материал достаточно качественный. Так, включаем наш USB, и я приготовил удлинитель, чтобы запитать все это дело. Так, все у нас запитано. Наша станция готова. Да, зарядная станция подключена, и на ней нету девайсов, которые заряжаются. Вот этот вот индикатор не горит никаким светом. Она ничего не показывает. Только вы ложите телефон или часы, он сразу загорается оранжевым светом. Если потом снять телефон или часы, индикатор гаснет, и она снова стоит в состоянии ожидания, ожидает подключения часов телефона или там AirPods. Заряд пошел. Лампочка горит таким, скажем, ярко-оранжевым светом. Как вы видите, на часах идет заряд. Ложим телефон. И на телефоне тоже пошла зарядка. Можно видеть, что на индикаторе горит молния, то есть зарядка идет.